У тебя очень милый дом, Джек. Вам можно говорить по пути? Может, у вас там свои правила? Ну, скажу тебе так. Немногим удавалось в пути не проронить ни слова. Давай, дерзай, и повеселее. Вряд ли ты скажешь что-то такое, о чем я не слышал раньше. Черт. Возможно, это была ошибка? Что, возможно, ошибка? Что я села к вам в машину? Может, вы серийный убийца? Простите, но вы слегка смахиваете на него. Если хочешь крикнуть, уверен, что стоит это сделать. Никто не хочет помочь! Некоторые утверждают, что жестокость, которую мы творим в наших фантазиях, это наше желание, которое нельзя исполнить в цивилизованном мире. И тогда мы выражаем их через искусство. Я не согласен. Я полагаю, что рай и ад — это одно и то же. Душа принадлежит небесам, а тело — преисподней. Что совершил за свою жизнь, без какого-либо наказания за все это.